Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале Arstyle. Это Опа Reno Z. Z я не знаю, честно говоря, что значит, но это точно не зум, потому что смартфон, правда, умеет приближать в режиме камеры, как фото, так и видео, но только в двукратном режиме. Конечно, можно использовать цифровое приближение, но, как и в любом другом телефоне, без большого оптического приближения, это будет уже просто каша. Я подробно расскажу об этой модели, что понравилось, что не понравилось. Модель заслуживает интереса, здесь супер экран сканер отпечатка пальцев встроен прямо в экран, здесь есть относительно небольшой вырез под фронтальную камеру, сами камеры для несведущего человека, Способны, способны просто повергнуть в шок, например, 48 мегапикселей основная. Обо всем подробно расскажу, начнем с внешнего вида. У телефона, как у большинства современных телефонов, металлическая рама и пластиковая спинка. Отмечу, что телефон новый, когда вытаскиваете его из коробки, на нем наклеена пленка не только на стекло, но и на заднюю спинку. Я такое вижу очень редко. Снимать я, конечно, бы эту пленку не стал, хоть и пальцами чувствуешь вот этот переход, что здесь пленка, но лишняя защита не помешает. А когда она начнет отслаиваться, наверное, можно и снять. Ну, конечно, вы можете без всякого вреда снять ее сразу, если вам она, например, чем-то мешает. Но, повторюсь, особое раздражение не вызывает. Также как и фронтальная, несмотря даже на то, что я поставил управление жестами здесь, кстати, ну не хочется сравнивать, ну как на Xiaomi или на Apple, то есть, ну здесь они немножко более грамотно реализованы, можно не только использовать кнопки снизу, но и жесты, они выглядят довольно-таки прикольно и интересно. Но про корпус все-таки закончим. Телефон достаточно тяжелый, 186 грамм, притом не совсем понятно почему. То ли рама такая тяжелая, то ли еще что-то, то ли камера 48 мегапиксельная такая тяжелая, это чуть выше средняя. Потому что батарейка здесь чуть более 4000 мАч, что в принципе хорошо, но там не 4500 и не 5. А батарейки тоже расскажу, держит достойно. С левой стороны у нас кнопка включения, с правой кнопки громкости, слот под 2 нано сим карты поддержки карт памяти нет. Выпускается телефон 128 гигабайт встроенной памяти и 4 гигабайта оперативной. В телефоне есть модуль NFC, я знаю, для многих это важно. Снизу Большой респект компании OPPO за то, что оставляет разъем для наушников. Мне он нужен. Я уже неоднократно говорил, если коротко, то, конечно, я использую также беспроводные наушники, они удобны. К сожалению, я не встречал беспроводных наушников-затычек, которые играли так же прекрасно, как проводные. Бывают с очень достойным звуком, но, опять же, свои минусы. Если далеко едешь, они разряжаются, нужно заряжать. Поэтому, когда есть разъем... Это хорошо. Также разъем, конечно же, USB Type-C и динамик. Динамик не на удобном месте, на нижнем торце. Если держите телефон в руках, вы его перекрываете. Сам динамик хорошего качества, достаточно громкий, отрабатывает неплохо все частоты. Ну, опять же, телефон не дешевый, было бы странно, если динамик здесь хрипел или как-то плохо воспроизводил звук. По экрану. Здесь 6,4 дюйма, супер AMOLED матрица, разрешение Full HD+, то есть 2340 на 1080, это около 400 пикселей на дюйм. Это, конечно, хорошо. Матрица Super AMOLED дает достаточно неплохую автономность воспроизведения видео. Батарейка здесь 4035 миллиампер час, то есть чуть более 4000. И мой тест на воспроизведение видео на максимальной яркости показал более 16 часов видео. Притом экран здесь хороший, он яркий. Нельзя сказать, что здесь не хватает яркости. Он хорошо раскален, ну в хорошем смысле слова. На солнце он читаем. И именно на высокой яркости 16 часов это хороший результат. Поэтому что по экрану, вопросов у меня к телефону не возникло. У телефона хорошая матрица, сочные цвета под себя можно опять же настроить. И у телефона хорошая батарея. Каких-то чудес нет здесь Helio P95, конечно, это не самый крутой процессор, но опять же автономность у него неплохая. Ну и поговорим тогда о процессоре. Но здесь стоит процессор Helio P90. В принципе, неплохой процессор. Пусть он на 12-нанометровой технологии создан, это не так хорошо. Но с другой стороны, и за счет того, что процессор новый пусть и не супер крутой, все-таки автономность нормальная. Мне не показалось, что телефон разряжается к вечеру, он и не должен. Плюс супер амолет экран. Но поговорим о процессоре. Helio P90 это новый процессор на 12 нанометровой технологии. В Antutu набивает вполне себе сносно 160 тысяч виртуальных попугаев. Это нормально. 4 гигабайта оперативной памяти. Все работает, конечно же, быстро. Ребята, сейчас даже телефоны по 6-7 тысяч рублей, ну, особенно на Snapdragon, до 10 тысяч они работают быстро. Может быть, не так быстро, как этот или флагман, но все-таки быстро. Этот телефон, конечно, не исключение. Все перелистывается, откроются вкладки, браузер. Я не знаю, все, что вы с ним не делаете, тормозить он, разумеется, не будет. В играх я запустил игру PUBG Mobile, поставил высокие настройки. Конечно, играть можно, и в принципе почти комфортно. Есть отражение света, если вы играете на карте, где яркий солнечный свет. Вполне себе нормально. Конечно, это не топовый Snapdragon, но извините, он и не стоит как топовый Snapdragon или что-то еще. Но играть вполне можно. Если что-то вам не понравится, можно поставить более плавные настройки. В целом, по процессору претензий у меня нет. И не только из-за игры, а вообще сам по себе, Helio серия относительно неплохая. Камеры. Одна из фишек этой серии, опа. И, опа, Рено это камера. А я обычный Рено не тестировал, я знаю, что там очень необычно сделали, выдвигается уголок камеры, верхняя часть просто выдвигается. Но поговорим об этом, сравнивать мне просто его не с чем. 48 мегапикселей плюс 5 мегапикселей это камеры основные и 32 мегапикселя камера фронтальная. Сразу скажу по фронтальной камере, она хорошая, но опять же справедливости ради на большинства современных телефонов стоимостью более там даже 15 тысяч рублей фронталки реально хорошие. Поэтому фронталка зачет. Ничего плохого про нее не скажу. Про основные камеры тоже ничего плохого сказать не могу. Но ну и не могу сказать, что, ребята, этот телефон, который стоит выше среднего, он меня прям чем-то потряс и удивил. На самом деле можно, если поискать, и телефоны более дешевые найти с аналогичным качеством фото. Поэтому в качестве фото я оценил бы просто как хорошо. Скажем так, на четверку школьную, но не больше. Опять же, есть 48 мегапиксельный режим, но я, честно говоря, не понимаю, зачем он нужен. Я сделал несколько фотографий, поставил, есть соотношение сторон либо 4 на 3, либо на весь экран, либо 4 на 3, 48 мегапикселей. Я ставил и честно пытался разглядеть, но мне кажется, 48 мегапикселей это либо не доработали и как эта прошивка обновит и будет лучше фоткать детальнее. Но такое чувство, что в 48 мегапикселей фотографируют хуже. И при том, даже если мы увеличиваем номера машин, например, это меня очень сильно удивило. Поэтому про этот режим просто забывайте, фотографируйте в обычном 4 на 3. Там будет явно меньше, чем 48 мегапикселей, но качество будет добротным. Смартфон способен записывать видео в формате 4K 30 FPS и можно записывать, конечно же, Full HD 60 FPS. Пишет, на мой взгляд, сносно. Опять же, насколько сносно, можете посмотреть оригиналы, ссылка будет под этим видео. И отмечу напоследок ночной режим и ручные настройки. Все это здесь, конечно, есть. Ночной режим хорошо выручает. Без него фотографии блеклые, листья, например, не видно в темноте а с ним видно довольно-таки хорошо. По оболочке. Здесь своя собственная оболочка стоит поверх Android. Ну, опа, так и делает. И могу сказать, что она, в принципе, неплоха. Правда, есть всякие такие, ну, не ляпы, а необычные вещи. Например, режим коробки называется. То есть, режим коробки, это когда либо ярлыки все будут на рабочем столе, либо есть меню приложения. Огромные, вот эти вот огромные, реально большие ярлыки. Но ну, я ничего плохого про них сказать не могу, просто дело вкус. Но они действительно очень сильно выделяются от других. Есть разные настройки управления жестами, опять же, мне очень нравится, как они реализовали жесты именно вот пальцем, большим пальцем справа или слева, неважно в какую сторону, закрывается, просто сворачивается приложение. Если проводим снизу вверх, то сворачиваем все приложения. Это действительно удобно. Сама по себе оболочка неплохая. Есть распознавание с помощью лица. Опять же, это можно настроить, чтобы либо, когда при поднятии телефона он разблокировал вас сразу, либо при нажатии кнопки включения нужно было дополнительно провести еще по экрану. Опять же, сканер отпечатков пальцев, который встроен в экран, работает хорошо. 10 из 10. Ни разу не было, чтобы у меня он как-то косякнул. И, кстати, палец вносить здесь значительно быстрее, чем на Samsung. Я просто сейчас тестирую Samsung, сравниваю Galaxy A50 и Galaxy A70. И там сканер у меня долго-долго вводился. Здесь же я, по-моему, секунд за 10-15 за все это сделал. Достаточно быстро. Итак, подводим итоги. В плюсах этого смартфона это хороший аккумулятор, 4 с небольшим тысячи мАч, это вполне себе неплохо, многие флагманы до сих пор делают меньше, хотя это не флагманский аппарат. Здесь хороший яркий супер AMOLED дисплей с настройкой под себя. Кстати, на заблокированном экране можно показывать, правда это никак не кастомизируется, как на Samsung, например, просто показывается день недели заряд аккумулятора и часы. То есть, это реально, потому что супермолет это удобно. Здесь быстрый и хороший сканер, встроенный прямо в экран, быстрая разблокировка по лицу. Сам по себе телефон не вызывает никаких таких негативных чувств, чтобы сказать: А, мне это не нравится. С другой стороны, с другой стороны, здесь 48 мегапиксельная камера, это просто, вот, просто маркетинг, увеличивающий стоимость, как я понимаю, этого телефона. Потому что на данной версии прошивки она вообще ничего не дает. Повторюсь, что 48 мегапикселей включаешь, что не включаешь. Разницы нет, и такое чувство, что даже убрав галочку 48 мегапикселей в настройках меню, ты получаешь лучшие фотографии. Наверное, уже не буду все заново пересказывать, но последовательно скажу, что повторю, есть модули NFC для тех, кому это важно. Для тех, кому это важно, нетипично для современных телефонов, есть и FM-радиоприемник. Наверное, на этом я обзор закончу, как всегда, желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны, ставьте лайк этому видео, если понравилось то, что я делаю. Подписывайтесь на канал, всегда много интересного. Счастливо.